вот и все, вот и кончилось теплое лето. Ой, не так. Кончилось лето, а тепло еще не закончилось. Сегодня жара. Тима и Эвелина, привет. Привет. Тима, привет. Куда мы сейчас едем? В школу. В чью? Мою. Эвелина, ты в какой класс идешь? Седьмой. Ой-ой-ой. А Тима у нас идет во второй класс. Мы сейчас едем в школу, Эвелина идет в новую школу. Эта школа вообще только в этом году открылась. И Тима идет в свою школу, это тоже для него новая школа. Мы туда не ходили никогда. У нас сегодня будет день открытых зверей, хотела сказать. День открытых дверей. Мы там будем знакомиться с учителями. Поднимите руку, кто хочет в школу? О-о, ни одной руки. Тима, ты не хочешь в школу? Хочешь в школу? Похоже, что нет. Понятно. Для меня это, ребята, тоже трагический день, не переживайте, я тоже не хочу школу. Ну что, поехали знакомиться с учителями? Поехали. Итак, мы подъехали уже к школе, здесь сделали вот такую парковку для автобусов, чтобы высаживать и садить детей потом. Очень красиво, дети не будут идти под дождем. Вот такая, Эвелина, твоя огромная школа, да? Очень большая новая школа. Завтра будет первый день, когда туда войдут ученики и будут учиться. Первый день учебы в этой новой красивой школе. Огромная красивая территория, очень много парковок. Эту школу построили, наверное, за 2 года. Очень красиво. А дочь, тебе понравилась школа? Да. Кто у тебя учительница будет? Какой предмет будет вести? Математика. Сори, дочь. А сейчас мы приехали уже в Тимину школу. Тоже новая школа, но она уже несколько лет назад была открытая. Но тоже новая школа. Тима, это твоя школа будет? Окей, у него все окей. Ну, здесь мы, конечно, чуть-чуть понервничали, потому что нужно было искать парковку. Минут 5 мы, наверное, искали парковку. Здесь парковка намного меньше. Но посмотрим, как она нам понравится внутри. Так, мы в новой школе. Это не класс. Это уже Тимина школа, это не класс. Это библиотека. Очень-очень красивая библиотека. Эвелина тут сидит. Эвелина, хочешь учиться в этой школе? Эх ты, это для маленьких детей школа. Очень красивая библиотека, огромная. Мы познакомились с Тиминой учительницей, нам учительница понравилась. Тима немножко стеснялся, но ничего страшного, это первый день, все будет хорошо. Наоборот, хорошо, что для меньше детей, что будет легче. Ты будешь самая умная в классе тогда, да? Ой, вот и настал тот страшный час и тот страшный день, начало школы. Это наша семиклассница. Вы видели нашу новую школу, и сейчас Эвелина в нее отправляется на автобусе. Эвелина, удачи тебе. Спасибо. Все будет хорошо. Аж нож бедненько зачесался. Как видите, мы не одеваем такую торжественную форму, как одевают в наших школах, там, в Казахстане. Здесь обычная форма такая. Цвет штанов или юбки должен быть хаки или черный, а цвет футболки должен быть красный, белый или черный. Ну все, доченька, поехали. Пошла дочь в школу. Вот у нас в школу отправляется уже Тима. Покажи свою новую сумку, Тима. Покажи сумку, Тим. Вон, мы купили ему новую сумку на колесиках. Поверни ее. Вон какая красивая сумка. Тима едет в школу попозже, потому что у Тимы младшая школа. И мы сейчас будем отвозить Тиму на автобус. Он идет у нас во второй класс. Тима, ты хочешь в школу? И хочет, но никто не хочет сегодня в школу. Что ты будешь делать? Ладно, Тима, удачи тебе. Скажи спасибо. Тима, скажи спасибо. Ну громко скажи. Спасибо! Молодец! Подними, Тима! Все, и Тима поехал.
Доча, привет. Привет. Вот ты приехала со школы, да? Первый день школы прошел. Удачно все прошло? Да. Больше волновалась, да? Да. Ну расскажи, что нового было в школе, в этой новой школе? Это там у нас в каждой дом общин... Начинаешь сначала, все нормально. Да, так... Вот так сделай. Там все в этой школе, вся технология, там Apple, все. Ух ты, ничего себе. У каждой учительницы есть там MacBook, и даже нам будет давать MacBook. Да? Да. Как твоя учительница по математике? Вроде она хорошая, вроде. Да? Какие сегодня уроки у тебя уже были? По-английски говори название уроков. Science, там... Social studies. Как тебе учителя? Все нормальные. В первый день пока все добрые, да? Да, пока. Только одна мне, я чувствую, что она не очень. По какому? По social studies. А, да? Почему? Ну... Молодая? Не очень. Я не... Почему ты думаешь, что она не очень? Строгая? Да, я думаю, что она не строгая будет. Ну ничего, а что это у тебя стоит? Slime Kids. Ой, Елена у нас и не ожидала, что в первый день школы у нее будет такой подарок. Это я решила немножечко ее обрадовать. Она утром поехала в школу расстроена, такая грустненькая чуть-чуть. И вот ей такой небольшой сюрпризик, такой подарок небольшой, чтобы ты не расстраивалась. Слайм какой там у тебя? Тут Galaxy. И второй какой? Gold, золотой. Уроков сегодня нету, да? Ну, ладненько, отдыхай. Тима, привет. Ты уже со школы приехал? Как дела? Хорошо. Тебе понравилось в школе? А? Молчит. Значит, не понравилось. Did you like your school? Тим? Not really? Не очень, говорит, понравилось. Почему? Что, учительница плохая? Нет, хорошая? Да. А почему тебе не понравилось? Не потому что дома охота играть. Да? Ты хочешь играть дома? Да. А, ну вот понятно. Вот и весь вопрос, весь ответ. Тима, что это ты делаешь? Покажи. Знаю. Что ты построил? Майнкрафт. Покажи. Майнкрафт. Покажи книжку. Книжку покажи, да. Кто тебе подарил Майнкрафт? Ты. Мама подарила с папой ему на первый день школы, да? Ну-ка покажи, что тут делается. Что-то тут такое нажимало, оно... Ой, поломал, что ли? Да. Поломал? Это вот тут делал. Короче, он у нас любитель Лего. И в честь первого дня мы сделали ему вот такой подарочек. Завтра, Тима, пойдешь в школу еще? Да. Ничего, все будет нормально. Да, Эвелина? Скажи, куда ты денешься? Эвелина уже в 7 классе. А Тима только во второй. Ничего, Тима, все будет нормально, правда? Ты еще полюбишь школу, еще полюбишь свою учительницу, да, Тима? Да? Нет, не полюбишь. Честный ответ.